Вторая команда «Строитель» сыграла упорный матч с Архангельской «Галактикой». Встреча прошла в спортзале «Строитель» в рамках чемпионата Архангельской области по волейболу среди мужских команд. На первом этапе чемпионат области по волейболу проводится в один круг, и для продолжения борьбы за медали командам нужно попадать в четверку лучших. Накануне «Строитель-2» встретился на своем паркете с Архангельской «Галактикой», и первые два сета в исполнении хозяев порадовали местных болельщиков. Когда до победы в матче оставался шаг, все перевернулось, гости отыграли две партии, и все решалось в заключительном сете. Волейболисты «Строителя» вновь нашли в себе силы и все же довели матч до победы 3-2. На данный момент без поражений идут «Гидросервис» и оба «Строителя». 28 марта состоится северодвинское дерби наших команд.